Приветствую всех. Конечно, можно было одной частью снять. Быстро я тут нашла. Итак, первый, повторю, там был первый градус весов. Я не знаю, говорила, нет. Ну, просто я вот действительно расстроена тратой вообще. Чтоб я баночки купила под специи красивые, чем вот это вот. Все-таки покупные, видимо, были отзывы. Первый градус тельца, колея. Делать по старинке. В прошлом герой сначала опережал других участников ситуации, потом отставал от них, так как ему уже была нужна передышка. В итоге они смогли сравняться по уровню, действовать синхронно. Сейчас герои осуществляют уже деятельность с одной нагрузкой одним и тем же способом, что привело к формированию колеи или протоптанной дороги, которой следует все без исключения участники ситуации. Они стали замечать сюжет своих действий. Возможны два вектора развития сюжета. Создание колеи может облегчить работу, но остановить развитие, так как не будет ничего нового. Позитив. Формирование колеи позволяет легче выполнять задачу, так как механизм становится все более отлаженным, четким в процессе реализации. Негатив. Колея дает пространство для маневров, и ситуация становится ортодоксальной и лишенной какого-либо развития. Ой, давайте следующую часть опять отдельно, рука затекает. Муж обещал кронштейн подарить мне на Новый год крутой.